Всем привет! В студии Анна Трояна, в эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе нас ждет захватывающая премьера телесериала, праздничные тематические фильмы и концерты. Что и когда посмотреть, сейчас расскажу. Способны ли чувства пройти испытания войной, когда влюбленные оказываются по разные стороны баррикад? Ответ на этот вопрос узнаем в премьерном сериале. В начале 20-го столетия ученица Катя и молодой немецкий инженер Александр влюбились друг в друга. Однако он срочно уезжает, даже не успев попрощаться. Потом началась Великая Отечественная война, и кто бы мог подумать, что Катя и ее возлюбленный встретятся на поле боя. Как поведут себя герои и как закрутится эта история, увидим по будням в 9:30 утра и 18:30. Да развяжи меня! Ну хватит, прекрати! В конце концов, не я один виноват. Ты меня бросил, а теперь война, и ты враг. Что ты теперь от меня хочешь? Ну что ж, День защитника Отечества – праздник особый. Поэтому команда ЛРТ приготовила для зрителей специальный выпуск новостей. В нем мы собрали зарисовки о настоящих мужчинах Люберецкого округа, которые интересны не только своей основной деятельностью. 23 февраля включаем наш телеканал и наслаждаемся. Поэтому моя задача, моя мечта, чтобы у нас был олимпийский чемпион по боксу. Также в честь Дня защитника Отечества на нашем канале стартует тематический сериал. Вариант «Омега» основан на реальных событиях. События картины разворачиваются в 1942 году в оккупированном немцами Таллине. Старшего лейтенанта Скорина отправляют на разведку, чтобы сблизиться с незваным контрразведчиком. Наш герой разрабатывает вариант «Омега» и идет на рискованный шаг, позволяет себя разоблачить. Для чего? Узнаем по будням, а первые серии смотрим в пятницу в 21:45 и в субботу в 20:30. Цветочница находилась под наблюдением. Переправлена в отряд. Связь с Августом возобновлю позднее. Сергей. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Праздничный уикенд на ЛРТ мы насытили максимально мужской энергетикой. В субботу вы побываете на большом концерте нашего земляка Николая Расторгуева и группы Любэ. Их полюбили с первых нот и с первых слов, похожих на кухонные разговоры и фразы, доносящиеся из всех российских дворов. Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и места проживания, свои. Смотрим, подпеваем и просто наслаждаемся выступлениями 24 февраля в 17:30 и 25 в 12:30. Друзья, я уверена, что «Пиратов Карибского моря» вы знаете уже давно, а вот в воскресенье вам предстоит познакомиться еще и с покорителями Эгейского моря. Иоаннис Варвакис – одна из самых заметных фигур в греческой истории. Свой жизненный путь он начал как бедный пират, однако трудолюбие привело его на вершины богатства и успеха, и даже помогло оказаться при дворе Екатерины Великой. Однако этого нашему герою оказалось мало. Он не может спокойно спать, пока его любимая Греция лишена свободы. Что предпримет Варвакис, увидим в воскресенье в 21:30. Море
сделала Варвакису еще один подарок. Важнейший в его жизни. Важнее, чем икра? Да. Еще более ценный. Ну что ж, на этом все. В эфире был Телегид. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Поздравьте своих мужчин, как полагается. А я, Анна Троян, говорю пока-пока.